Hello, Edward. How are you? Сейчас Ильяшку увидите. Да? Да. Но тебе уже не понравилось увидеть. Серьезно? Да. Нет, ну, в порядке надо. В порядке, слава Богу. Слава Богу. И Чайковского сейчас так что-то корректировали. Пробыл. Андрея! Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо. Все позади, все хорошо. Опять молодой. Еще лучше, да. Да, умнее. Больше ценить стал. Одевайтесь тепло. Холодно сейчас. Холодает. Нечестно. Ну, настоящий Питер. А это что? Баба Яга или как там? Карагос, да? Эдвард, Наташа. Молодеешь ты прямо на глазах. Но палку не выпустим к меня уже. Все равно. Скажите заранее, я тогда буду угадывать, потому что у меня есть свое
такой внутри голос. Нет, мне больше интересно попробовать. Плие обычно идет из одного, это транзишн. Ну, у нас, вот я с предыдущим педагогом, мы выпивали этот плие, повышая ногу, чтобы из него выйти. А, ну, тогда так и сделали, тогда они сидели. Тогда надо так сделать, надо тогда через всю ступню и эластичнее сделать. Хорошо. Да? И пятку тогда ставить надо, а не так. Вот это следующая часть. Да? Окей. Пяточку ты верни. Вот здесь, да. Вот это? Да, вот сейчас. Сюда. Делаю вот это открытое, а иногда вот это вот, как вот закрытый лебедь. Но я использую эти положения лебединые. То есть у меня есть открытый, закрытый. Если тебя нарисовать, хочешь это поднять просто колесо. Как лебедь, да? Нарающий. Ну да, из... Ну я меняю. Иногда вот эти, иногда вот это полностью сюда. Хочется тебе так, понимаешь? Ну я могу так. Это просто. Да, да, как будто вылезаешь из платья отсюда. Это вот это тогда. Вот. Вот это. Да, да. Я это постараюсь. Руки я длиннее. Зачем? Не уверена, что у меня все сработает. Такие красивые руки, такая, а это сразу все зажимается. Ага. Сразу что-то так и сказалось. Плечо.
крыльев отсюда же, да? Да. А как это, если вот так будешь, как это дальше делать? Нет, я делаю это только вот здесь. При таком положении. Mm-hmm. Вот это ну, положение. Не тебе не очень. Не знаю. Мне тут так лучше, когда немножко то есть поднимаешь, вот это... да, лучше. Мне, я могу принять эти позы в умирающем. Нет, это не трудно, просто дело того, как сделаешь. Ну так, а еще здесь, вот, здесь тебе нужно работать. Нет, это просто надо сделать, это не в принципе, что я не могу, а я делаю специально эти руки назад. Все равно, как ты уходишь, я не вижу твоего профиля, да? Да, у меня даже есть, да, у нас такая же. Есть, я не вижу. Да, сюда. И посинись вместе. Красиво. Красиво. Это поза вот с ним, да? Почувствую его, да? Да? Его почувствуй, да, спиной почувствуй, как будто ты смотришь на них больше. Да, да. Вот уже. Смотри. Выжимайся, Юленька, выжимайся, ни шага, ни нос, выжимайся. А можно выйти на дроиды с четвертой? Второй раз. Тогда ты там, вот это не здесь, а туда. Не посмотри.
Да, да нет, тогда вы не туда. Да, вот смотрите, вот что будет. Вот так будет. Вот так не помню. Мне не нравится вот это, что близко локти. Вот, что не к этой. А что это? Вот расстояние. Не застопливается. А как ближе. Что, раз и все. Уже все хорошо. Партнер тоже не сюда надо. Обнять. И почувствую вас. Сейчас он нормально. Наверное, просто вот высокие руки, вот это можно сделать. Нет, просто вдох. Да, сюда, вот ты сейчас сделала как бы вот сюда к нему наверх, а до этого сделала вниз, потом наверх. А потом наверх, точно. Вот это вот. Вот это, да. Зачем? Это слишком много. Вот это. От него тогда пошла в другую сторону, теперь к нему только метнуться, чтобы пойти. А не отдельно руки сами по себе просто. Нет, не отдельно, это точно. Нет, она тоже сказала. Да, мы заметили. Да? Вот. Вариант через верх, а не вариант вот этот. Нет, там просто ты сделала два раза отдельную руку. Я поняла, да. Ты сделала, закрыла сюда руку, потом подняла руку, потом ее начала опять спускать. Вот я об этом говорю. Да, зарабеска просто. Вот замах сюда, да? Тут
что-то. Я сделала за одно. Да, ты просто их разделила. Но, а замок это почему замок? Чтобы лишний раз почувствовать его, заглянуть в его глаза. Угу. И от его глаз уходишь от его глаз, да? Уходишь, не можешь выдержать его глаз. Для тебя слишком, поэтому ты уходишь. Что вот этих взмахов лучше большие, чтобы руки были тяжелые. Я тоже уже. Вот это не тоже скорость. Чтобы не припыхаться. Да. Волнение выражать скоростью. Волнение или... можно буре. Хорошо, волнение. Все. А? Буре. Буре. Значит, начало. Мастер, сыграйте, да, нам завтра спектакль? Самое начало, оно такое очень спокойное. Да идет все от мелодии. Зачем же мне так обещать? Пропоет. Спасибо большое. Ага, мне пуха, не пуха.